В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в нашем округе вдоль региональных трасс обустроили тротуары. Новые пешеходные дорожки появились в деревне Гребнево и поселке Образцово. Их построила региональная компания «МосАвтодор». В деревне Гребнево уложили новый тротуар на участке от остановки «Клуб» до остановки «Новая Слобода» вдоль шоссейной улицы. Его протяженность 1 километр 200 метров. Еще один тротуар появился в поселке Образцово на месте грунтовой дороги. Он начинается на улице Лихачева, проходит вдоль храма Рождества Пресвятой Богородицы до перекрестка на улице Ульянова. Длина тротуара чуть более 2 километров. Также новый тротуар обустроили в селе Душоново. Все они с пониженным бортовым камнем и съездами для комфорта маломобильных граждан. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.